тот гора. Всем здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 7 сентября, и мы поехали в очередной раз отдыхать. И сегодня я хочу показать, небольшой такой провести обзорчик нашего города, где я живу. Это Свердловская область, напоминаю. И вот такой вот небольшой провинциальный город. Да, сегодня у нас идет дождь с утра. Ну вот сейчас немножко вроде прекратился, так, слегка моросит. На улице 11 градусов. Не холодно, скажем так. Ну, в общем-то, лето-то, конечно, у нас уже кончилось. Да, и что хотела сказать. Последние дни у нас, конечно, очень были такие насыщенные. Урожая наросло много. Каждый день мы консервируем до поздней ночи. Подустали и решили отдохнуть, набраться сил. Как обычно, мы едем в Тюмень на горячие источники. И вот это вот наш город. Это одна из центральных улиц. Называется улица Проспект Победы. Тут у нас идет ремонт дороги. Вот. Ну, это, скажем так, не новая часть города, довольно-таки старая. Есть у нас еще один райончик, называется он Южный. Это новая часть города, где красивые дома, высотки. А это, в общем-то, довольно-таки старый район. Старый район. Тут вот у нас Мегамарт. И вот такой вот жилой район. Уже, видите, листья желтеют. Ну, осень уже пришла, в общем-то, на Урал. И сейчас мы поедем на заправку. Я покажу вам нашу центральную площадь, которая считается центром города. Там у нас Белый дом наш. И, в общем-то, фонтанчик, который, конечно, сейчас уже не работает, так как думаю, что не работает. Летом он работает, но сейчас уже, скорее всего, его отключили. Ну, тут вот тоже торговые центры, такие небольшие. Это мы едем уже не по центру, не по центральной улице, а как бы в объезд, чтобы машин поменьше нам встречалось, ну и ближе тут к заправке. Да, вот тут вот мы сейчас проезжать будем наш городской ЗАГС. Вот он. Это вот наш городской ЗАГС. Так вот он выглядит. И дальше служба занятости за ним. Вот такая вот красивая машинка у нас с бабкиными семечками впереди нас. И вот сейчас мы подъезжать будем к заправке, где мы будем заправляться. Я вам покажу. Вот как раз она, эта заправка у нас возле городской администрации. Вот это вот здание по левую руку, это как раз городская администрация. Так, и вот сейчас я на этом ролик закончу. А когда мы уедем с заправки, я еще раз покажу вам, еще покажу небольшую часть нашего города. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.